пошли! Заходим! Третий, два плюс! Имитация штурма квартиры. Задача бойцов – зачистить захваченное помещение и сохранить жизни гражданских. В Украине учения по отработке действий в населенных пунктах по программе «Орбитал» вооруженных сил Великобритании проходят впервые. Эти занятия мы проводим для покращения боевого опыта військовослужбовців, чтобы у них было больше змоги. И они понимали всю суть важкости проведения этих действий. На самом деле, это действительно очень сложно проводить, потому что это очень маленькие помещения, маленькие улицы, которые являются собой, ну, за каждым кутком может быть небезпека. И это является очень сложным заданием для військовослужбовців. Это те моменты, с которыми до цього не сталкувались Збройні сили. Може, через те, що специфіка не така була в складі бригади, не передбачалась, може, якісь спеціальні підрозділи. Ну, раз навчають, значить, потрібно, я думаю. Командир 92-й бригады рассказывает, во время выполнения заданий возникла проблема проведения боев в городе, после чего военнослужащим предоставили помощь иностранных инструкторов. В конце прошлого года 40 бойцов бригады на военном полигоне во Львовской области успешно прошли курс специальной подготовки «Орбитал», в ходе которого свой опыт украинцам передали лучшие армейцы Великобритании. Сейчас подготовки инструкторов, військової частини инструкторами из других держав. Вони дуже високо оцінили підготовку і наполегливість наших військових, тому що на протязі 2 тижнів вони навчилися тому, чому не могли навчитися військові інших держав. Во время учений в Башкировке бойцы отрабатывают действия на поле боя и правила оказания первой медицинской помощи. Практические занятия по подготовке для резервистов продлятся до 24 февраля. После бойцы переедут на военный полигон «Десна» в Черниговской области, где пройдет завершение подготовки бригад, и отправятся на Донбасс. Юлия Бойко, Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив».